say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that I can fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Вот такая погода понятная для Бельгии. Дождь плюс 10 градусов. А это акшен магазин. Только вышли оттуда. Да нашу карету подадут. Где наша карета? Пошли. Подъехала наша карета. Пошли. Так, я в Лидле. Тут такие кухонные штучки. За две штуки 5 евро. Коврик. Такие кисточки. И такой спагет. Мисочки такие. Тостер. С подогревом. Разные. О, кофемашина от этого бренда. Экспрессо-машина. Черный кофе, который делает. Такая штука. 20 евро. Фильтры. Так. У меня сегодня закуп продуктов. Будем затариваться. Здесь вещи со скидкой. 7 евро. Хлебница. Лампочки. Так, всем привет! Мы уже дома, погуляли немножко, приехали к вечеру. У меня сегодня был бешеный закуп, первый закуп в этом году. Полностью был пустой и холодильник, и шкафы. Так что сегодня я затарилась, хочу с вами поделиться. Вот этот напиток, это как морс. Он мне очень понравился. Раньше я не покупала его, как бы сама варила. Но это вкуснее, чем самой варить. Вот этот морс из яблока, малины и черной смородины. Вот, взяли 4 штуки. Тут упаковки 4 бутылки. А колу взяли. Тоже 4 бутылки. Упаковку воды и упаковку молока. Тут 6 литров. Этот весь закуп из магазина Lidl. Это наш любимый магазин. Мы его очень любим, больше, чем другие магазины. А, давайте начнем. Сыр маскарпоне. Быстро пройдусь. Обычный сливочный сыр. 2 упаковки. Вот такой сыр для бутербродов. Это молодой колда. И вот такой. И натуральный йогурт. Обычный. Взяла 2. Что еще? Сливки 35%. Мини-моцарелки для салатов. Тоже 2. Сливочное масло. 4 упаковки. Эклеры.
готовые. Две штуки тут в упаковке. Сахар 1 килограмм. То, помните, у меня упаковка муки была, она уже закончилась. Осталась одна пачка. Я докупила еще две пачки в Лидле. Масло. Тут 4 ягоды. Ой, какое масло. Варенье. 4 ягоды. Вот. Орехов, шоколадную пасту. Вот такой соус арабиата. Тоже взяла 2. Вот такой сыр у нас Лидле появляется редко. А это бринза. Вот. Сыр бринза. Большой, большая. 2XL. Сколько здесь? Вот. Вот сколько тут сыра. Взяли вот этот сыр. Подсолнечное масло. Вегетарианскую пиццу. Вот видите значок вегетарианская. Тут 4 пиццы по 300 грамм. Готовая. Можно разморозить и приготовить. Так, микс орешек. Тут разные орешки. Вот такие. Вот такой лаваш. Лепешки. 6 штук упаковки. Взяли их. Так. Теперь овощи. 2 огурчика. Такие огромные у нас огурчики бывают. Вот эти мини, маленькие, обычные. Очень редкость у нас. Так, свежий зеленый фасоль. Салат айсберг. 1. Авокадо. Батат. Тут у меня 2 штуки батата. Брокколи свежая. Вот такие помидоры био, они очень вкусные. И вот такие маленькие черри, тут 1 килограмм, по-моему. Да, 1 килограмм. Вот такие рыбные котлеты. Они бывают очень вкусные, они в кляре. Такая большая упаковка на этот раз взяла 30 штук тут. Яйца. Упаковки 12 штук, 2 упаковки взяли. Так, рыбка тоже 2 взяла. Что еще я взяла? Как она называется? Морковка, лук. Из фруктов взяли вот такие красные маленькие яблочки. Вот такие. Бананы. Ананас, мандарины, мандарины. Тут 2 килограмма мандарины, получается у нас 4 килограмма. Вот. Так, из морозильника я взяла вот такой картофель фри и вот такие картофельные шарики. Они бывают очень вкусные и быстро готовятся. Ребенок их любит. Так. Еще груши из фруктов взяли. Из вредности для детей. Там. Печеньки такие с начинкой большие. Чипсы. Вот такие бисквитные сэндвичи. Пироженки на перекус ребенку. Вот такие печеньки он любит у нас. Я ему кладу их в школу. Сейчас у нас с понедельника начнется школа. И вот такие шоколадные вафельки с молочной нугой. Тоже очень вкусно. Тоже кладу ему в рюкзак в школу. И для стирки взяла вот такой гель. Мой любимый. Обожаю его. Он не портит вещи и очень хорошо отстирывает. Он сделан он из хозяйственного мыла. Так, вот такие сухие салфетки тоже взяла. 150 штук. 3 упаковки. Вот. Все закончилось. Дома ничего не было, представляете? Так, эти все продукты с магазина Лидла. Вот это все нам с Лидла обошлось 120 евро.
Вот, надеюсь, на пару недель хватит. Не люблю ездить за продуктами, но приходится. Так, еще я была в магазине Action, Акцион. Там ребенок взял себе вот такой Skittles. Тоже вреднятина. Такие чупа-чупсы. Упаковка, не знаю, сколько штук. 10 штук, по-моему. Тоже взял себе вот это. Тук. Очень вкусные крекеры. Я люблю их с сыром. С сыром они бывают очень вкусные. А вот эта паприка и оригинал мне не очень. Так, что еще из еды? Вот. Казинаки, да, правильно они называются. Из арахиса и из семечек подсолнечных. Так, все. Вот такую грелку взяла в акционе тоже. Ее можно заправить, она заправляется. Вот. Можно использовать в быту. Это самый мой любимый бальзам из магазина акцион. Он там бывает очень редко. Взяла последний кератиновый бальзам для волос. С этой серии еще, когда шампунь тоже, они вместе очень хорошо работают. Вот такой бренд. Это голландский бренд. Очень хороший шампунь и кондиционер. Так, пластырь один. Вот такой кондиционер для белья. Он в гранулах. Можно прямо в барабан внутрь с бельем засыпать. И он будет там хорошо работать. Вот такие кондитерские мешки одноразовые. Последний суперклей. Дома всегда нужен суперклей. Вот все покупки. 15 евро потратила в акционе и 120 евро в Лидле. На этом я завершу этот влог. Вы уже знаете, чем мы питаемся. Вот. Спасибо вам за ваши лайки, просмотры. Желаю вам всем мира и добра. Всем пока-пока.